Всем привет, друзья! С вами Аларель, и мы продолжаем наше путешествие по вселенной World of Warcraft. И остановились мы с вами на том, что выполнили первую часть квестов в лагере Эрнестуэя. Так, сразу же закинемся в какое-нибудь подземелье. Пускай это будет как-то вот так вот. Так, охота на копытней. Я уже убедился, что ты способна разыскать и завалить обыкновенного копытня, но их самцы гораздо опаснее. Убей 12 самцов копытня, и тогда уже поговорим о твоем охотничьем мастерстве. Эти звери обитают в центральных регионах Награнда. Окей. Приветствую. Так, охота на толбуков. Эта проклятая царапина меня доконает. Ух ты, кто это? Доконает, так, кашляет. Не хочешь меня заменить? На этот раз твоя цель — шипоеды. Они умнее и хитрее обычных толбуков, так что их просто так не возьмешь. Ищи их в рощах в центральном Награнде, к западу и югу отсюда. Иди и потом возвращайся с добычей. Пусть Хеминг увидит, на что ты способна. А за меня не волнуйся, со мной все будет в порядке. Окей. Охота на ветрухов. Только достойнейшая из достойнейших сможет приблизиться к великой добыче. Пока ты еще не готова, я буду тебя направлять. Существует один вид ветрухов, свирепее и опаснее прочих. Разыщи прожорливых ветрухов и испытай свою храбрость. Ты найдешь их в самом сердце Награнда, к западу и юго-западу отсюда. Отправляемся. Так, а еще бы я бы сгонял вот сюда. А то как-то мы сейчас занимаемся только квестами этого Хемингуэя, да? А нам бы не помешало еще чем-то заняться, чтобы параллельно можно было делать сразу грядки. Так, вот еще светло. Видим небо. Небо еще не настала, в общем, ночь. Но буквально через пару часов, я думаю, будет уже тьма. Кстати, здесь тоже огры где-то, да? Да. Огры, какой-то паренек. Ну, по крайней мере, раньше, да. И сейчас тоже есть огры. Даже тут квесты можно было на них какие-то взять и выполнять. Сейчас уже почему-то не вижу. Хотя, может, просто где-то в другом месте. Все может быть. Так, друзья, а вот здесь вверху было мое любимое плато, где во времена ТБЦ, да, можно было там в шатре. В шатре, он же шатрат, если полностью, да, проводить свое время. Мне всегда нравился вот этот уютный уголок. Вот здесь обычно можно было разложить костерчик, поставить еще какие-нибудь интересные вещи. И здесь там в пару человек сидеть, общаться через тот же слэш-с. Обычно, по обычному, прямиком в чат. Вот, или же общаться в гильчате, если комрадов никаких рядом не было. Было круто, очень. Так, Килрат. Эти огры какие-то странные и на редкость тупые. Смотри, как тот толстый заставляет плясать тех, которые менее толстые. Завораживающее зрелище. Так, Макхары ко мне равнодушны. Это хорошо. Я уже несколько дней слежу за этими тварями. Толстяк говорит, что чего-то ждет, чего конкретно неизвестно. У меня есть план, но тут придется применить насилие. Нужно убить несколько его подчиненных, а потом избить его до полусмерти. После этого, я уверен, он выложит все, что нам нужно узнать. Да не вопрос. Так, давай только вместо динозавра я свободен. Вместо динозавра я возьму медведя. Все-таки я его наконец-то заполучил себе.
Хотя мне он, по сути, не очень и нужен был, но... Так, а, собственно, какого толстяка там... понятно, мне их просто покосить нужно. Так, пожалуйста, отслеживать. Благодарка. Мне нужна цель. Так, что там с данжами? Данжи в поисках. Ну, в поиске хорошо, мы без... Оу, что тут такое? Я сдаюсь, не убивай. А ну быстро рассказывай все. Ага, анкор сдался, это хорошо. Тогда мне, по сути, просто покосить нужно всех остальных. Так, а вот это, кстати, активировать, а то нехорошо. Это заклинание еще не готово. Так. Летим дальше. Медведик пошел в бой. Залп. Замечательно. Раз. Два. И пару хедшотов. Слишком далеко. Так. Давай, раз, два. Все, можно в следующего уже. Так, и последний остался. Медведик пошел. А я тем временем его издалека. Миссия выполнена. Возвращаемся. Так, не убивай меня, я все расскажу. Ну давай. Успех. Долгие годы клан тяжелого кулака правил над всеми ограми в запределье. При короле огры объединились и жили дружно. Они довольствовались теми землями, которые им были даны. Однако в последние месяцы многие огры погибли от рук их же сородичей из боевого молота. Этот клан захватил почти все наши земли в Награнде и перебил многих наших собратьев. Мы... должны были взять этот город, и у нас просто не было выбора. Нас истребляют. Кролл пропал без вести. Клан тяжелого кулака в полной растерянности. Лан Трезор клинок правит в его отсутствие. Угу. Теперь вернемся к нашему сородичу. Так, эй, притормози, Лорель, я всего лишь скромный разбойник. Что делать с такими сведениями? Расскажи обо всем Джорину в Городаре. Уверяю тебя, его обрадует известие об уничтожении деревни и почти поголовном истреблении ее жителей из-за претензий огров на территорию. Да хранят тебя предки, если я тебе снова понадоблюсь, я буду прятаться здесь, в кустах. А, в общем, ты знаешь, где меня найти. Спасибо. Так, отправляемся. Таким образом, вот мы подняли... репутацию с данными товарищами, с Макхарами. И теперь у меня, по всей видимости, наконец-то откроется возможность получить у них квесты. Так, а вот в одной из таких деревень, где вот служители вечной скорби, да, тут еще какие-то всякие черти обитают, в свое время... я производил фарм определенных, там я наверняка не помню, то ли души, то ли не души, такие желтенькие черепки там выпадали. А слева вот здесь была просто превосходная земля для фарма земляных элементалей и как они называются там, и ну эссенции этой что ли, вот. Так, стоять, там толбуки нужны мне. Толбук-самец, шипоед. Надо же. Летим дальше. О, и самцы-копытни. О, так тут их вообще вагон. Сейчас я им всем настреляю в бороду. Медведик, погнал. Баф пошел. Ясно. Прыжочек. Мне нужна цель. Даю залпец. Раз, два, три.
4. Хедшот. Медведик погнал. Раз, два, три. Медведик сюда. Ох, как быстро-то. Мда, крайне быстро. Но нужно хотя бы этих быстро убить. Так, дам. Дам бафы, чтоб побыстрее. Так, ну в подземку. Ага, хорошо. Блин, не успел его убить. Но ничего, друзья. Ничего страшного, мы наконец-то в ниже топ. И здесь есть возможность взять аж целых 3 квеста. Значит, сразу мы их набираем. Даже 4. Пардон, 4 квеста. А вот, и это хорошо. 4 квеста, это замечательно. А вот. Так, давай, короче, эту ауру. Эту. Без ауры не камильфо. И выключу. Кстати, самое время отпустить. Ткань. Ткань мне не нужна. И призову Рекса. Он дает, насколько я помню, всем участникам группы. Да, плюс 5% к криту. Думаю, отличный вариант. Так. Так. Что по квестам? Изучим как квесты. Необходимое зло. Убейте Топ и Глад и Зебун. А в былые времена вместе правили. Стали одним из первых, кого поработили вторгшиеся наги. Потом они помогли им покорить множество обитателей Зангрополи. Угу. А не Зан... Зангартопи. Мне больно просить тебя об этом, но их необходимо уничтожить. Ну что ж, плохо, прискорбно, но что поделать. Будем, значит, уничтожать их. Мне нужна цель. Так, единственная квеста. У меня нет цели. Где? Где? Не вижу что-то вообще. Ну, ага, наверное, там кому-то... Ага, чел пошел сразу. Забрал цветочки. Так, хорошо. Охота на охотницу. Споровые великаны, может, и нападают на моих сородичей, но... Болотоброды отняли больше невинных жизней, чем кто бы то ни было. Это наши древние враги. Их прародительница Черная Охотница обитает в самом... В самой глубине топи. Если ты убьешь ее и принесешь мне в качестве доказательства ее мозг, я буду рассказывать о твоей храбрости внукам. Хорошо. Принеси мне клумбу. О, клумба. Клумба — это хорошо. Так. Мой народ использует кровавый гибискус для многих вещей. К несчастью, после понижения уровня вод осталось только одно место, где его можно найти. Если ты принесешь мне немного гибискуса, я буду очень признателен. Хорошо. Хорошо. Единственное, надо найти теперь его. Потому что его разбирают. Так, спасение экспедиции. Последние члены моей экспедиции должны быть где-то поблизости. А без них, собранными ими сведения, у нас против Нах не будет никаких шансов. Постарайся отыскать землепряда, гневса и призывателей ветров когтя. Я очень надеюсь, что с ними все в порядке. Стараемся найти, конечно. Так, а я тем временем, наверное, сосредоточусь. Оу, паренек. Что-то согрелся маленько. Так, давай, подъем. Надо подождать. Слишком так, далеко. Что-то я вообще не вижу этих цветочков. Кольцо. Оу, 13 ловкость, 23, 22. Конечно, беру.
О. Может, мне подскажут, кто как вырубить. Потому что, ну, здесь укус. И жестокий укус. В книжке. Питомец. Так, пиршество. А, рык, точно. О. Подсказал, чувачок. Я уж как-то и завтыкал с книгой. Я пока не могу прочитать это заклинание. Оп. Блин, один из пяти. Ну, это жестко. Так, осталось еще три таких гибискуса. Ну, я думаю, где-то мы сможем все это дело раздобыть-то. Мне нужна цель. Так, а ну-ка дам я перенаправление. Я пока не могу прочитать это заклинание. А то как-то вообще нехорошо. Так, пару расстрелов в лицо. У меня нет цели. Миссия выполнена. Так, кожа. Такая кожа мне не нужна. Кстати, а я выиграл кольцо или нет? Ух, выиграл, друзья мои. Ха. Я поставил или нет? Настоять это запястье. Тю. Ай, жесть. Что-то я спутал, походу, малец. Что-то не дочитал и подумал, что этого у меня нет. Но бывает, ничего страшного. У меня нет цели. Так, штанишки. Так, даю по колдуну тому темному прострел. Раз, два, три. В табло красиво выхвати. Вот, падла, хотел. Хотел там по Шурику отхилиться, а? Бандит. Мне нужна цель. Это заклинание еще не готово. Так, ну опять 25. Я пока не могу зачитать. Так, оракул выхватил. Так, пойду, помогу притянуть гидру. Еще не готово. Все, пошла жара. А тут я помню, раньше так в воде нельзя было тусить. Там эти рыбы вообще на раз-два разгрызали все, что можно. Кто-то умер или мне показалось? А, нет. Ну, а кто-то был определенно при смерти. Так, шея на вынос мне не нужна. Братан, сюда. Все, теперь следуй. Прыжок. Отлично. Нигде здесь гибискуса нету, к сожалению, нет. Там тоже отсутствует. Эх, я ж хотел обрадоваться, подумал, неужто гибискус? Вагон. А, я могу... Вагон так вагон. Здравствуй!
Я слушаю. Слава богам, что вы здесь. Мы с Когтем занимались изучением этого местечка, когда нас атаковал Муселек Владыка Болот. К несчастью, Коготь был настигнут им в облике медведя и в итоге стал питомцем Муселека. Боюсь, чтобы освободиться от его чар, вам придется вступить с ним в бой. Ну ничего, вступим. Нам-то чё? У меня нет цели. Еще не готов. Мне нужно. Так. Ой-ой-ой. Отправили, как обычно, меня в ужас. У меня нет цели. Хедшотик. Раз, два, три. Мне нужна цель. Надо. Так, а где мой Рекс вообще? А ну, отпустить, братана. О, только вот собрался отпускать, так он сразу тут как тут. Ай-яй-яй-яй, есть, успел походу. Так, а где-то еще здесь есть, может? Увы, не нахожу. Это что? Это не то пальто. Ох, опять отправили меня. Так, даю редирект. И пошел на пул на танка. Замечательно. Так, где там танкист? Я пока не могу использовать эту способность. Так, раз, два. Это заклинание еще не готово. Все, теперь прямиком на босса. Где он? А, вот он. А, конечно, насмерть. Как еще ж? Вау. Так, а ну, перенаправление сделаю. Так, кого он там убить собрался-то, а? Падла. Так, но медведика-то убивать не стоит, я думаю. Братан, какой позор стать питомцем охотника. Я обязан тебе жизнью. Еще раз спасибо и не волнуйся. Теперь я уж самостоятельно отсюда выберусь. Ну да, действительно как-то не ок вообще так стать петом ханта. Мне всегда было. Я все время троллил друидов. Что они там типа какие-то петы охотников. А тут действительно. О, кровавый гибискус. Замечательно. Добываю. Добыл. Побежал. Кольчуга на 37 выносливости. Ну, капец. 37 выносливости. Почему не 37 ловкости? Я бы не отказался. Очень даже не отказался. Так, что-то как-то мы уже и к вдове пришли. Так, надо бы мне выключить, наверное, эту штуку. Блин, засранец заберет гибискус. Я пока не могу. Черт, а. Где ж мне его взять? Это заклинание еще не готово. Походу, нигде. Или идти еще раз сюда. Оу, замечательно. Мозг получил. Так, ну одеяние мне такое не нужно. Хлоп. О, отлично, кровавый гибискус. Добываем. 5 из 5. Успех, друзья. Так. Спасение экспедиции. Скоро мы все снова соберемся вместе, и этим я обязана тебе. Теперь нам
Теперь нагам точно придет конец. Против нас у них не будет ни единого шанса. Хорошо. Принеси мне клумбу. Удалось ли тебе? Конечно, удалось. Эти цветы отлично подойдут, но кровавый гибискус нам нужен постоянно. Может быть, как-нибудь ты еще раз заглянешь в Нижетополь? Может быть. Так, и у нас 65 уровень, друзья. Ты вернулась, охотница? Может быть, ты добыла мозг? Конечно, добыли, ё-моё. Восполняет маны при убийстве? Нет. Восполняет 42 здоровья при убийстве цели, за которое вы получаете опыт, честь, на-на-на. Хорошо. Черная охотница мертва. Обычная гибель врагов не доставляет мне такой радости. Но за многие столетия она и ее племя причинили столько горя моему народу, что я не могу удержаться от ликования. Прими мою глубочайшую благодарность. И... Что привело? Необходимое зло. Сегодня ты оказала услугу всей Зангротопе, Аллариэль. Споровые великаны могут быть агрессивны, но они все равно являются важной частью экосистемы. Что ж, отлично. Выходим. О, вышли успешно так. Так, а тем временем, коль я вышел и теперь немного шарю, я могу куда-то сюда его поставить. Пускай будет так. Ух ты, ё-моё, я что-то там получил, друзья. Вот это да. Интересненько. Что это? Вой-ветер. Интересно, вой-ветер. Это аморфная маска воздушной стихии. Говорит с вами на языке, которого вы не понимаете. Скорее всего, это язык стихий Калимаг. Может быть, у трона стихий найдется кто-то, кто подскажет вам, что это за странная находка. О, стихии. Трон стихии, это круто. Там тоже целая огромная цепочка квестов. У меня нет цели. Давай, давай. Что там? Ага, меня уже в Острогорье переправляют. Ну, в Острогорье мы не пойдем. Я хочу попастись, так сказать, в этой локации. Летим, летим, летим. Так, раз, два. Пошла жара. Раз, на пол. Два, на пол. Три. Хлоп, хлоп. Нужно подойти поближе. Самец. Сюда иди. Ну, а вон и элементалы, с которых мы так в свое время активно фармили. Давай, давай, раз, два, три, четыре. Замечательно. Напуливаем дальше. Раз, два. Ой-ой-ой, что мимо? Понятно, она. Короче, что с ней случилось, и она заивыделась. Прискорбно. Раптор мой, вперед. Так, даю раз, даю два и пару хедшотов. Все, да? Похоже, что здесь уничтожил всех. Или, как это называют, поохотился. Интересная такая охота у них. Просто прийти и развалить тут зверей все. Всех, которых можно, не можно, нужно, не нужно. Готово. Так, и остался буквально один. Вот он. О, там даже квест какой-то мне хотят подкинуть. О, я да знаю, знаю, знаю этот квест. Тут гоблины, по-моему, малыши. Да, совершенно верно, малыши-гоблины. Время, деньги, друг. Пока. Так, я их достану, но я отличу лучше. На всякий случай, а то мало ли. Попадется агрессивный ДКшничек. Так, я их достану. Вот оно. Итак,
На-на-на-на-на-на. Описание видишь? Клянусь зловным дыханием Газлов. Я достану эти яйца. Кстати, ты мне можешь пригодиться. Вот я тебе скажу. Орк, найди мне кое-какие детали для моего прыгуна 4000, а я дам тебе ключ для управления этим механизмом. У меня как раз есть запасной. Ты просишь... Ты спросишь, на что способна эта штуковина? Легче сказать... Чего прыгатрон не сможет. Мне понадобится пара элементалей воздуха, собранный с наградских элементалей воздуха. Ну, да, логично. Ладно, давай, они, наверное, где-то здесь обитают. Хотя они, судя по всему, обитают везде, где только можно. Так. Элементалы воздуха. То их толпы. Ага, понятно. Короче, не одни мы на них охотимся. Поэтому полетим куда-то дальше. И если их будем встречать на нашем пути, соответственно, будем им выписывать плюху другую. Так. Не видим? Нет. Это не то пальто, не то. Кого нам, кстати, еще нужно? Ветрухи. Ага. Так. О, здесь, по-моему, тоже где-то какие-то квесты даются вот возле вот этой базы. Это база Альянса. Так. Собственно, вот и ветрухи. Не сейчас. Понеслась. Даем хедшоты. Я пока не могу прочитать это заклинание. Прыжочек. На гору. Ух ты, блин. Хопа, залетел. Давай, давай. Так, что у нас здесь? Заброшенное оружейное. Неужто никто ничего мне не предложит? Там есть... Проход наверх, но, по всей видимости, нам туда не нужно. Поэтому отправимся... О, кто это? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот тот человек сто пудов фармит репутацию, наверное, с какой-то из фракций. Возможно, как раз эти огры. Прыжочек. Мне нужна цель. Давай, цель прямо перед тобой. Ох, их тут многовато, конечно. Правда, они так густо посажены все между собой. У меня нет цели. А он дозорный. О, дозорный жесткий. Так, 9. Это хорошо. Мне нужна цель. О, как раз. 1, 2, 11 и вот 12. О, они быстро распавнятся. Продумано. Продумано. Так, отправляемся. Так. Сейчас летим в Городар. Не думаю, там мы сдадим квесты, и нам откроется целая грядка различных квестов. Пара-пара-па-па. Кстати, что за новое подземелье? Сытакские залы. Угу. А мне нужно теперь будет, наверное, бегать это. Кстати, а сколько за случайное дать? Не, ну 15 тысяч оп, это не серьезно. Мне нужно, значит, будет гробница маны и аукинайские гробницы. Да, репутацию поднял, и сразу мне стало доступно целое жмение квестов. Так, потому что Келар трус. Они что, считают, у них есть право убивать орков и изгонять их с исконных земель? Надо думать...
Это никоим образом не связано с тем обстоятельством, что наш предводитель — сопливый щенок. И если бы в нем была хоть десятая доля той ярости, что полыхала в душе его отца. Нифига себе, конечно, он так на горошу закатил бочку. Ну что ж, друзья, на сегодня, думаю, все. Встретимся с вами совсем скоро. Всем пока!